Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Данная электронная книга Onyx, она не заряжается, не включается. Мы продиагностировали цепочку питания и выявили, что проблема в контроллере питания. Сейчас мы будем его отпаивать. Наносим флюс и снимаем микросхему. Далее зачищаем контактную площадку. Наносим флюс и устанавливаем новую микросхему. Мы вам показали, как меняется контроль питания на Onyx Box. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока!